Максим Постников мечтает стать разведчиком. Решил со школьной скамьи приобщиться к военному делу. В рядах юноармейцев меньше года, но за этот короткий срок успел стать командиром. В его отряде почти 15 человек. Говорит, нелегко, но именно так можно прийти к своей цели. Чтоб тебя уже подготовили там к армии, потом защитить отечество. Патриотическое движение объединило ребят со всего округа. Впервые на слете юноармейцев – школьники из Звенигорода. Среди них – восьмиклассница Алиса Сундукова. На встречу она приехала с одноклассниками лишь с одной целью – стать юноармейцем. Уже умеет ходить строевым шагом и оказывать первую помощь. После того, как меня отправили в лагерь военно-патриотический, после этого я начала этим заниматься, и потом меня больше потянуло на это, и вот. Теперь местное отделение юнармии носит почетное звание Героя России, командира пилотажной группы «Русские Витязи», заслуженного летчика России гвардии полковника Игоря Ткаченко. По словам сына пилота, это поможет привлечь ребят к военной службе, а пока они могут увидеть своих кумиров и пообщаться. Это серьезный шаг к укреплению славных традиций вооруженных сил Российской Федерации, которые очень серьезно повысит патриотизм и авторитет каждого юноармейца. В этот раз на слет приехали более 600 юноармейцев. Возраст участников от 8 до 18 лет. Отряды плодотворно трудились весь год. Есть что вспомнить и поделиться впечатлениями. Одно из самых масштабных соревнований «Гренадеры России» прошло в Центре показа авиационной техники. Для того, чтобы провести вот эти два больших мероприятия, в которых примут участие порядка 50 юноармейских отрядов нашего городского округа. Уже весной на базе штаба 1-й танковой армии пройдет финал новых соревнований. Попасть туда для каждого отряда почетно, ведь из 50 попадут сильнейшие. Поэтому ребята уже начали упорно готовиться. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».